Дистанционное образование или классическое, бакалавры или все же специалисты. И самое главное, в университет за знаниями, а не за дипломом. Здравствуйте, в студии Артем Тарасов. Состояние, проблемы и ориентиры современного российского образования обсудим сегодня. Тем более гость программы – президент Южного федерального университета Марина Боровская. Марина Александровна, здравствуйте. Добрый день. Рад вас видеть в нашей студии. Недавно мы с вами обсуждали науку. Ну а теперь поговорим о ее близком родственнике – образовании. 27 профессоров ушли из-за эпидемии. И время восполнения этой утраты с профессиональной точки зрения – это вот сколько? Это 5 лет, чтобы вот восстановиться, понадобиться системе? Ну, знаете, в науке же имена-то, они все-таки персонифицированы. Безусловно. Научное имя, да, это, в общем, персона, которая имеет свои навыки, качества, умение формировать научную школу, выстраивать научные исследования. И вот это как раз формирование исследовательских навыков, это та проблема, которую мы сегодня ощущаем актуальной для себя. Мы понимаем, что исследовательский навык позволит серьезным образом, ну вот то, о чем я вначале говорила, трансфер от науки в образование, да, поддержать. Вот. Процесс воспроизводства кадров научно-исследовательских и педагогических – это проблема для высшей школы. И когда в других сферах, отраслях индустрии нам коллеги говорят, что недостаток кадров, мы тоже можем констатировать, что у нас этот недостаток кадров тоже есть. И он есть не только в коллегах более взрослых и более опытных, он есть и в молодых коллегах. То есть молодежь сегодня, ну, по-разному ориентируются на университетское образование. И сказать, что как 10-15 лет назад поток желающих пойти работать в высшую школу, он остался потоком, наверное, я не могу. Я могу сказать, что да, что это сегодня требует от нас таких определенных усилий. Но здесь у меня более конкретный практический вопрос. Мы о кадрах обязательно сегодня поговорим и вспомним вашего коллегу Вячеслава Никонова. Он недавно приезжал сюда к нам в Ростовскую область. К двухуровневой системе высшего образования, бакалаврам и магистрам. В Европе она известна как Болонская система. Когда-то мы ее тоже взяли на вооружение. И многими она критикуется и по сей день. И почему-то я не знаю, как здесь пандемия повлияла, но усилились вот эти голоса критиков, что бакалавры – это бесполезные недоучки. Вы, наверное, слышали тоже это словосочетание. И они говорят, если следовало и делить, то на специалистов и магистров. Как вы оцениваете, согласны, во-первых, вы с этим утверждением, с этой критикой, что нужно было, если и делить, то на специалистов и магистров, а бакалавры, они, в принципе, бесполезны? Вы знаете, в изменениях, которые происходят в системе высшей школы и вообще в системе образования, во-первых, нужно сказать, что процесс модернизации, он постоянный процесс. Для того, чтобы, ну, понимать, как складываются рынки, как складывается мир профессии, мы должны все время находиться на 3-4 шага впереди участников, потому что это важно. Впереди тех, кто только готовится войти на тот или иной рынок. Если мы не будем вот так работать на опережение, то технологический цикл нашей работы, то есть мы берем ребят в один год, а выпускать будем через 4 года, если это бакалавр, через 6 лет, если он, да, прошел полный цикл обучения, да, или 5 лет, если он заканчивает специалитет. Так вот, выпускать мы его будем в других экономических условиях. И поэтому мы должны предугадать, собственно, все те запросы, которые есть. Сегодня запрос от молодых людей на более короткие программы образовательные. Говорит, нам бы уже хотелось сегодня пойти работать, нам надо какой-то бы навык предъявить. Поэтому мы все чаще и чаще сегодня уже обсуждаем путь модернизации, в том числе и Болонской системы, 2 плюс 2 плюс 2. Да? Когда первые 2 года ребята учатся на более укрупненной программе образовательной, то есть, например, на инженерном. А через 2 года у них появляется уже более узкая специализация, они могут для себя
себя выбрать там нанотехнологию, робототехнику, IT-направление и так далее. То же самое происходит в мире естественных профессий, ну, то же самое в мире экономики, да, то есть когда ты поступаешь на экономику в целом, а потом ты понимаешь, что тебе интересен: бухгалтерский учет, финансы, кредит, да, там, допустим, или экономика предприятий. И вот эта система, она тоже вызвана не нашим ожиданием, как бы, она в большей степени продиктована нашими партнерами, то есть ребятами, которые поступают на образовательные программы. Они говорят: я первый год-два, пока вот то, о чем я вам говорила, 10% школьников сегодня задумались, надо ли сразу поступать в университет. Они пока не знают, хотят они быть журналистом или остаться филологом, лингвистом или просто заниматься гуманитарным образованием. Так вот, мы сегодня обсуждаем активно и постепенно внедряем такую систему, когда первые два года они являются такими общеобразовательными в заданном профиле, да? А потом ты переходишь уже на более, так сказать, ну, понятную специализацию, и уже следующий уровень магистратуры позволяет тебе отреагировать на запрос. Мне кажется, Болонская система дает одно важное качество и преимущество, на которое коллеги не всегда обращают внимание. Болонская система позволяет сказать, что образование можно получать несколько этапов. Важно проверять, выходить на рынок или на производство, чтобы проверять, насколько вообще ты там-то пригодился. У тебя уже есть те навыки, которыми ты можешь работать. Ну вот сегодня те, кто, получается, бакалавр 4 года отучили, сегодня минимальная ставка такая. Они насколько востребованы и их компетенции полезны рынку труда, как вы оцениваете? Дискуссия, которую вот сейчас вы поднимаете, она была активна 4-5 лет назад. Безусловно. Да, вот она сегодня, была очень активна, об этом говорили. Сейчас бакалавры, рынок труда сокращается, количество людей, которые готовы пойти на те или иные запросы работодателя, отреагировать, пойти на производство, он сужается. И поэтому сейчас бакалавры стали востребованы. Востребованы легко, быстро и достаточно эффективно. Раз они стали востребованы, то у бакалавров тоже стала появляться мысль, может быть, им уже и не продолжать это образование, то, о чем я говорила сегодня в начале нашей встречи. И 2 лет достаточно, да? Ну, не 2-4 лет достаточно, да, то есть они получают образование бакалавра и дальше выходят на рынок труда. И это очень полезная история, потому что она позволяет молодому человеку, во-первых, сохранить для себя сформированную модель непрерывного образования, то есть он отошел, поработал и имеет шанс вернуться. Вернуться на государственную магистратуру, то есть, ну, попробовать поступить на бюджет через какой-то временной период и тем самым продолжить образование, но уже по более узкому профилю, который бы он хотел для себя. Вот здесь я хотел уточнить, вы как раз-таки в начале важную вещь сказали, что многие школьники, хорошо сдав ЕГЭ, сразу не спешат в университет. Да, в этом году 8%. ЕГЭ позволяет год, баллы сохраняются. А что делать, получается, юношам, я имею в виду молодых людей, парней, тут же военкомат, то есть у них есть этот год подумать или их заберут в армию тут? Вот как этот вопрос решен? Ну, сегодня надо сказать, что интересы к армии тоже возрождаются. Безусловно, ребята, да, идут туда, да, и, в общем, не считают это для себя определенной, ну, как бы желанием поступить в вуз только ради того, чтобы там, допустим, не пойти в армию. Это тоже вот тренд буквально последних 2 лет. Я имею в виду, что человек хочет подумать, он может пока и не знает, может, он и в армию хочет, но он пока этого не понимает. И вот он год прям может думать или все равно его призывают? Нет, призывной срок сам по себе действует, конечно. Он думает в армии, как я понимаю. Ну да, в зависимости. Как было в Советском Союзе, так, к слову, да. Я вас услышал. И сейчас, собственно, к кадрам, к их востребованности, раз мы уже начали этот разговор, и вы рассказали, что бакалавры сейчас востребованы на нашем рынке труда. И я бы хотел, чтобы вы здесь рассказали про некие программы. Я знаю, есть такая приоритет, мы до эфира с вами ее обсуждали, и еще программа, которая связана с рейтингом выпускника, на который работодатели тоже ориентируются. Вот что это такое и как сегодня это применяется? Я хочу, ну, наверное, две эти истории разделю. Нет. Если что-то не отвечу, вы потом еще уточните. Буду благодарна за это. Во-первых, я хочу сказать, что помимо того, что университет готовит кадры, и их, безусловно, ну, во-первых, на входе он смотрит, сколько ему нужно
чтобы он заполнил всю свою, собственно, потребность, которая у него есть и складывается, то госзадание, которое ему дает государство, тот набор, который он желает взять, там, допустим, по своим возможностям на контрактные проекты и программы обучения. Вот, то есть он все это заполняет. Но государство, да и, собственно, сам университет задает вопрос, а мы вот всех их взяли, они как-то востребованы будут на рынке труда? Безусловно. Да? И вот это вот вопрос востребованности, он тоже требует сегодня ответа. И правительство обратило этот вопрос к самим университетам. Он говорит, а у вас процент трудоустройства выпускников какой? Вы сколько трудоустраиваете? За ними стоит очередь, их разбирают. У вас есть целевые договоры и контракты на этих выпускников. То есть есть партнер-работодатель, который уже ждет их и надеется, что они вот сейчас наполнят его рабочие места. И вот эта вот система, она требует от университета, безусловно, такой, знаете, внятной профориентационной работы. И нам очень важно на уровне школьников еще прийти с этой профориентацией, потому что если он неправильно выбрал для себя направление подготовки, вот, и неправильно сориентировался в нем, то потом он выходит на рынок труда и не готов идти на ту, собственно, профессию, которую он получил. Поэтому связь с работодателями университетов – это сегодня такая серьезная прямо такая система взаимодействия. Ярмарки вакансий, разного рода проекты, которые мы пытаемся совместно реализовывать, заключение целевых договоров и так далее. Самым неактивным в этой ситуации остается сам выпускник. Он размышляет, куда он хочет пойти. Он неактивно соглашается на заключение целевых договоров об обучении, хотя, казалось бы, вот компания, которая готова тебя взять, предлагает целевой договор. Почему не соглашается? Он не уверен, что тот уровень зарплаты, который предлагают сегодня, он захочет его же через 2-3 года, когда закончит университет, например. Он не уверен, что он хочет остаться в том городе, в котором находится эта компания и предлагает ему это обучение. Он не уверен, что получив свою профессию и образование там, в Южном федеральном университете, он не поднимется на рейтинг выше, чем та компания, в которую он должен идти работать. И вот этот объем неуверенности создает у него желание вообще подождать на берегу. То есть он почти уверен в том, что он, если он отдается системе обучения и погружается в нее полностью, он почти уверен, что он получит свое рабочее место и будет, в общем, востребован. Марина Александровна, увы, время передачи подходит к концу, но еще много вопросов и тем нужно обсудить, поэтому всех приглашаем завтра в это же время к экранам телеканала «Дон-24» и встречаемся здесь с вами. Спасибо большое. Я тоже очень рада, что у нас состоится и диалог по этому поводу. Я надеюсь на реакцию наших телезрителей. Спасибо за интервью. Эта программа доступна на сайте don24.tv. С каждым днем у нас тем все более. Меня зовут Артем Тарасов. До встречи.